Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Сталкер Зов Припяти с дополнением Мизери. Мы находимся в логове Кровососа. В прошлой серии мы сюда проникли, вот этот вот пацан вынес двоих просто на раз. Мы набрали... Не пропьешь. Ну пошли глянем. Ты красавчик. Я набрал полный инвентарь оружия. И теперь мне, сука, страшно, потому что я знаю, где мы сейчас будем. Я знаю, как уничтожить логово кровососов. Чёрт, тут полно кровососов. Ёпа-мать. Что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Да-да. Итак, сохраняемся вперед. Так. Спокойно. Спокойно. Блин. Суки кровососущие. Пацан, подожди. А? Что это было? Что это было? Фу, сука, я чуть не обоссался. Это настолько страшно было. Что там не было, блин? Сохраняемся. Почаще. Твари конченые, блядь. Пугают меня тут. Ай! Чё, блядь? Чё такое? Чё происходит? Жизни полные. Чё такое? Хорошо. Надо этим бороду озаботить. Кто-кто, а он докумекает, как с тварями разделаться. Да-да-да. Именно. Так, давайте сохранимся. И пойдем посмотрим. Там, я помню, тайник еще один был. Ай! И что это меня так ломает? Ладно-ладно. Пойдем на циплах тогда. Нормально, спокойно. Полегче ты, ну. Это, наверное, из-за веса. Как? О, есть тайник. Так. Сохраняемся, и я вернусь уже на выходе. Так, вот и выход. Что-то непонятно, какая-то херня со мной творится. Так, Данилу по результатам не нашли. Да. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Хорошо. Ты, главное, береги себя. А все остальное будет нормально. Так, теперь, где мы находимся по этапу, да? Так. Так. Изумрудная, блядь. Хорошо. Будем отходить в сторону Скадовска. Надеюсь, это будет несложно. Хотя, блин, с такой загруженностью инвентаря это будет очень сложно. Я не знаю, показывать ли вам эту дорогу или нет. Но выбраться мне реально будет довольно сложно. Сейчас немножко пройду. Посмотрим, как тут попрет-то. Если не попрет, ну так и будет. Ай! Ай! Так чё ж, блядь, происходит-то такое? Вот хотя бы жизни бы отнимались, тогда я бы понимал, что происходит. А так же, блядь, нихера. Боже мой. Так, давайте я лучше перемотаю до Скадовска, а там уже посмотрим. Парни решили быкануть, короче. Два выстрела и все. Наигрались. Брутальные такие, главное. ФМ-ка! Еееее!
А у меня есть напиток? Жалко, нету напитка. Ладно, ждите прямого включения со Скадовска. Извините. Вот я и вернулся. У меня игра вылетела. Я пытался найти тех двух пареньков, но не нашел. И вот мой лут под конец. Я вернулся аж к тому сохранению, когда надо было выползать из логова. Перепрыгнул там через яму, там был еще один тайник. Но это в принципе не важно. Как говорится, добро пожаловать на борт. Да, привет. Под ВНЗ находится логово кровососов. Хорошо, так и сделаем. Теперь давай посмотрим, сколько стоит то, что я тут нашел. Блин. Хорошо, мне нравится, он почти целый. Я его, пожалуй, оставлю. Так, М1 продам. Вот этот калаш раздолбанный тоже продам. Ой-ой. А вот этот, кстати, целый. Да, блин, вот этот я оставлю. Блин, хорошие я стволы нашел. Придется уже менять мой калашик. Жалко. ППШ. Морковочка. Сколько морковка, кстати, стоит? 319. Хорошо. Продаем. Продаем. Это что? АПС. Блин, смотрите, целые. Это, наверное, с тайников где-то я поднял. Старый. Вот этот, пожалуй, я оставлю. Или нет. Короче, с пистолетами потом разберусь. Которые целые я оставлю пока. Так. Военный предмет. Используется... Понятно. Очень нужно, короче. Починка тяжелого оружия и брони. Потом, обязательно. Так, продаем монетки. Продаем трофеи. Кстати, блин, классное радио тут у них. Щупальца кровососов, мои трофеи. Так, хвост псевдопса, стопа снорка. Это что? Хвост собаки, глаз плоти. А это? А, это я артефакты поднял. Круто. Так, продаем. Сейчас целое состояние поднимем на этом. Блин, прекрасный поход, мне понравилось. Правда, аптечек у меня была целая куча, и еле отличился. Так, вот это еще продаем. Вот это продаем. Ботинки. Жесть. Так, гранаты продаем. Почти не пользуюсь. Но это еще оставлю пока, пускай будет. И клей тоже. Блин, как оно все. Ужас. Так, кожа кровососа. Вы простите, я тут размусолю. Ну, посмотрите, что есть в инвентаре, что выпадает тут. Это, по-моему, интересно, потому что такого нету. По крайней мере, таких вот иконок нету. В обычном сталкере за в Припяти. Так, гранату ВОК. ВОК. Это для подствольника. Ну, тоже продам. В принципе, она мне пока не нужна. Так, еду я оставлю. Взрывается при ударе. Нет, спасибо, не нужно. Журнальчик вот тут. Я понаходил. Можно целую коллекцию там собирать уже. Так, вот эти патроны. Ну и все вроде бы. 37 тысяч.
Неплохо так. Так, сейчас давайте выйдем. Посмотрим, что у меня с инвентарем. Да. Нормально. Завязаем аптечку, а то у нас небольшая проблема там со здоровьем. Надо будет... Так, что, подождите еще. Батончик надо захавать. Вот. Все, теперь получше. Я еще зайду, пожалуй, к механику и к Сычу. Так. А тремора нету. Ну что, есть что-то новое? Да, было. Сейчас посмотрим. Так, сначала, что у тебя есть? У меня есть 37 тысяч. Сколько ты хочешь? 61. Зверь. 42, блин. О, 18 тысяч. Хорошо, можно будет взять. Получше немножко, чем мой. Так. Этот стреляет, этот стреляет 45-м калибром. 45-го калибра у меня много. Короче, продаем вот этот. И продаем... Хотя вот эти патроны оставлю, они там, в принципе, еще подходят куда-то, по-моему. Так, что я тут, какую-то мелочь я хотел у него купить. Не помню только что. О, какой кольт. Современный. Крутой, наверное. Но я пистолетами не пользуюсь. По классу не положено. Так, давайте посмотрим, что у нас с починкой. Я, по-моему, там в драке не ввязывался. Только так. А нет. Ну, давай. Почини в таком случае. Галашек поломался. Довольно-таки сильно, кстати. 3000, ё-твою. Так, оно хорошо. Сюда подствольник можно присобачить. Это круто. То есть прицел сюда можно сразу прикрутить. Хорошо. Давайте отремонтируем его. Да, он получше, чем мой. А вот чем... А, он тоже этими патронами стреляет. Ну, блин. Надо будет подумать. Короче, вот мы продолжаем. Я разобрался с инвентарем полностью. Я немножко закупил медицины, а то у меня с аптечками было все довольно печально. Немножко бинтов. Тут еды хватает, в принципе, мне. Закупился патронами. И оттюнинговал, так сказать, мое оружие. То есть я оставил себе АКМ и взял вот этот, АН-94. На броню, ну не знаю, покупать ли бандитский плащ или нет. В принципе, мне пока этот нравится, да и с баблом ходить тоже нравится. Я вот купил интересную херню, налобный фонарик. Сейчас мы ее, кстати, и проверим. Все. Теперь она используется. Сюда бы надо жратву какую-то поставить. Хлеб. Да, пожалуй, хлеб поставлю. Так вот, смотрите. Я купил его, как бы использовал на быстрый слот. И он у меня теперь на кнопке L начал работать. То есть вот такая вот фишка. Он продается у Бороды или у Сеча, это не важно. Он стоит 5000. Довольно удобная херня. Если у вас нету шлема, например, с ПНВ. Жалко, нету тремора, но я походу знаю, куда он ушел, скотина. Вот такая вот серия получилась, довольно кривая из-за багов этого мода. Но все равно. С вами был Марс, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео. Все, музыкальная пауза.